Все, давайте, все, пока. Кто там ржет? У меня косарь ГП почти нахуй. А, ну так, блядь, заебись. Зато ты пятница. Куда я глянул, какой-то помойки оказался. 947, нахуй. Да, понимаешь, 2-3 недельки, у тебя опять будет привор, ты третий кусок заберешь. Да, да. Тем более там... Да, я тебе больше скажу, я через это КД я смогу уже третий кусок забрать. Так что... Там главное, чтобы Лингрен лутанул. Этот самый. Ай, год, я тебя спрошу еще раз, блядь. Мне проверять, сука, видео свое открывать на Ютубе. Ты был в ебаном целка, которое мы проносили на фул. Да, что ты мне пишешь? ЕП, не ЕП, блядь. Я понимаю, ЕП, блядь. Если ты в нем был, то ты не получишь двойное за целка Геру. Двойное можно получить за целка обычку и за ульду. Вот туда можешь плюсовать. В первый рейд, чтобы у меня был фулл рейд. И во второй рейд. Если кто хочет доп ЕП, вот туда вторыми, третьими, десятыми прессами будете приходить. Один вечерний, один сибирский рейд. А чё, где всякие? Я понял, я танк, да? А где ДКшники? Дота, Дед Мороз? Вымерли или чё? Как во всё у нас только ДДшники. Я себе, блядь. Сейчас посчет Дед Мороза, подожди немного. Ну подождем, подождем. Пока что мы будем бить. Давайте сумоним всех. Где пушистый зайдет, нет? Сумоним. Где пушистый? Кто там за него отвечает? Должен зайти. Должен зайти. Это с чумовой дан, который этот. Кто он? Лицом в пол, да? Да, да, да. Это, пока вы все тут, я там составил список по ИПГП, посмотрел по журналу, кто что получал там. И, соответственно, в ДИСе канал называется «Ночной Эдикт». Блять, слово нахуй, ну, чисто в интернете накопал, нахуй. Думаю, напишу, думаю, блять, умный буду казаться, нахуй. Короче, там вон 36 игроков я записал, про них там вкратце информацию. Что надо? Надо, короче, в ПМ отпишите, будет время в ДИСе мне в ПМ напишите инфу. Как работаете? 2-5, 2-2, 3-3, сутки, трое, и вот эту всю хуйню инфу там. Какие предпочтительные вам выходные там и так далее. А Салин где? А Ек, ты тут? Нет? Ты мне, блядь, так и не написал. Синдра Ильич был. Ага. Тут только два босса, а первый вообще не был нигде. Экстензион, а что ты писал? Что-то не вкуриваю, у меня прокрутилось там. Не, у меня там, я в рейде был, у меня там... Фулл тактики? Нет, это хорошо. А чё, где еще кто? Салин, поднимай сумму. Ну леди не щелкнуть, я не знаю, как ее бить. Типа в портоваров и в медведя, блядь. Надо кого-то. Нормально бьется по товару. Он же сказал, опоздает чуть-чуть. Кто-кто? Дед Мороз. А, не, ну хорошо, что Дед Мороз будет. Просто вот. Опоздает чуть-чуть. Ну я тогда, в принципе, на леди зайду. Вот так заебись. Не, ну на леди надо будет еще. Че, ни у кого нет сов? В принципе, две совы ДРД, может, как-то вывезем. Это весьма печально. Ну, хоть СС. А что, ты хочешь два ДКшника, что ли? Ну, конечно, блядь. Остальное будет хуёвая затея. Босс не таунтится. Трэш лестницы крипать, по-любому. Да не в трэше дело, босс не таунтится. Очень мало по ПЦ, только два дня пропустил. Ну вот, это все подправите, потому что я не это не могу всех запомнить. А чё этот самый? Аек, тут кто там еще в ДИСе? Тут кто там чилит, вала и бьет, блядь. Давайте два слота. А Салин, блядь, принимай сумон. Я тебя сумонил. Ты. Я, короче, этого кика пушиста, хули он офнутый. Зачем он нужен в рейде офнутый? Хуйня какая-то. Так. Давай мага сюда, чтобы наш ШПшник хилился. Нарти, ты в эрдру или в чем? Чего? Давай. Ты чат гильдейский посчитай. И что? Ну вот я его и беру, блядь. Вместо офнутого. А Салин, ты где? Блядь, почему не сумонится? Будете пиздеть со мной или нет? Алло, блядь. Сука. Ну давай. То есть я пижу, ты меня можешь. Да, блять, она АФК, походу. Потому что, блять, ты не идешь в рейд. О, вышел из АФК, блядь. Прибежал.
Там вон маг есть наш еще этот. Ну, я рад за него, сколько он даст. Он мало дает, блять, мне что тут делать. Фаер сейчас. По хилам. Эли, ты в чем сейчас? В сове? Нарти. Сове пока. Нарти в шестом хиле, блять, я так понял, нихуя себе. Я бы, конечно, предпочтение Бами Хэпалу отдал тут, не шаману. Может быть, Хэпалом пойдешь? Ну, давай зайду Хэпалом. Да, заходи Хэпалом, потому что это хуйня. Шаман слабо поднимает 3 танка. Сейчас тем более, блядь, я буду в мишке 2 протовара, блядь. Огнестойкого. Ну, в принципе. Вот огнестойкого надо не леди тоже, блядь. А этих двух в этого ДД. Сейчас, может, Дед Мороз придет. Всегда, вот смотрите, когда собираете рейд, сами себе в голове тоже отмечайте, да, чтобы вы понимали, из чего должен состоять рейд. Вот хилы, да, на ребре нужны 2 хапала получше, чем хапала Ршан. Потому что 2 хапала не будут более надежно держать 3 танков. На леди нужны 2 ДК, блядь. Либо паладин минимум 2 Т5. Ну, в 4Т4 он тоже танчит, но это надо очень четкий, чтобы паладин был. Чтобы ротация прям, блядь, охуенная была. Слав, Слав, извини, что... Извини, что перебиваю. Димы и Дед Мороза не будет. Это Ликсион. Только что там и написал тоже. Хукмастер тут? Хукмастер. Сейчас. Насчет Бами надо узнать. Это Сереж, узнаешь? Насчет Бами он будет сегодня? Я здесь, здесь. Жанна, тут я. А, все, отлично. Привет. Приветики. Так, если сейчас хукмастера будут брать, надо будет кого-то свищить, потом посмотрим по леди. Ну, скорее всего, какого-то либо вара лишнего танка, либо какую-то друида 6-го хила. Хотя нахуй друида на леди как раз контроль нужен, значит фар, выбора нет. Че, я пошел тогда? Нет. А нахуй тогда я буду время терять? Я же говорю, на леди, блядь, только, а дальше пойдешь. Ну просто потом, как всегда, получается, что я хуяк съебался. Как можно, пожалуйста, за суманечку липало? Ты сейчас 3 часа у тебя есть сидеть или нету? У меня есть, просто если я пролетаю все время, как всегда пролетаю, то... Зачем? Я тебе объясню, ты на леди агрона берешь? Я понимаю, все, ну, адекватно. Видишь, просто если нет потребности в протоваре, то и зачем? Сейчас я спрошу ДК, если он вообще пойдет. Если он не пойдет, я не знаю, кто со мной будет агрона набирать, если я ДК зайду на леди. Нужен ДК танк. И кто-то может расчехлить это или что, или как? По амбарам, там, по сусекам, блять, по скрипсти. Ну ты же знаешь, я, конечно, могу, но, блять. Надо нормальный ДК танк. Вот именно. Сука, ну, ебаный хукмастер, нахуй. Блин, к сожалению, ДК нет. Ну вот от этого и все и будет отталкиваться. Что не будет того, не будет того, блядь. Не будет контроля, не будет агрона, босса и будет вайп. Вот. Вот хукмастера взял. Так, ты в DC хукмастер? Так, а теперь вы просто... Пожалуйста. А, 3 тут у нас Шарина с нами хочет пойти, а почему-то мест уже нет. Пойти хочет. Шалина. Рената. Там и Миралиса, наверное, сейчас подтянется, если она... Миралиса, наверное, сейчас подойдет. Миралиса, топ ДПС. Да, Шамен. Ну, пускай это самое. Сейчас ребро пока ёбнем. ДКшник ест. Потом на леди я зайду ДКшником. Мы затанчим. Вот, но 3 друида вот этих надо, чтобы остались. И там посмотрим, кто с ДД меньше всего на ребре там даст. Совсем хуёво, если там мы свичнем кого-то.
Так, ну давай тогда рыба. Значит, на пулы все на войда. Лужу ловить? Лужу, конечно, два человека, лево, право. Матерас. Это добровольцы, шаг вперед. А матерас? Вот примерно так. Примерно вот так. Ну это куда ребро посылать. На этой фазе на вертушке 4 чаржа он делает. Где шальная? Заходи сюда. Так. Проверка. Там шальная фетч что-то написал, где чат просит поменять все. Кто там есть, кто в рейд хочет? Шалина. Рис тоже. Куда? Есть, что шаман инвайт. Ну иди, портуйся. Ну давай, инвайт. У тебя ассист есть. Всем привет. 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 Приветик. Места есть у вас? Угу. Ты кто? Найдем. Слышишь? Это Рената, Шалина. Шалина. Так вы, ты кого сейчас берешь? Мирлису или Шалину? Сейчас Шалину. Шальная не идет. Куда вы ему пати кидаете? Где Шалина? Вы пати кинули. Ну там глянем, ну еще смотрим. Призыв, значит, ждите ответа. Так. Может кто-то ГБ поставить у меня КД? Гильдбанк, ага, спасибо. Если что, Миралис уже в игре. Ну давай пока так пульнем, вот это не будем миллион раз сейчас это самое. Посмотрим, что как. Проверка. Хвосточки не забываем, ребят. Так, все готовы. Даю отчет на полную звезду. Два протовара с внутренним подлецом. В лужах не стойте. Вы совсем слепые, блядь, мне интересно просто. Что, блядь, мешает вам выйти с лужи? Бищи, блядь. Эффекты уже пропали. Значит, Нарти Огнестойкого или Айгода, Димикс, Халоки, да? Больше не падаем. Еще раз упадете, блядь. 25 прилетит. Вставай быстрее, пока огонь не поедет. Да раньше надо было, как только БР прошел. Вы что, лежите, ждете, блядь, пока пламенем все зальет? Выйдите от ребра. Сейчас будет в центр возвращаться. Здесь шипы разбиваем. Провожу его. Спокойно за спину стоим. Казик, куда ты, блядь? Ты что, блядь, костерец ставил, нахуй? Наш пепл. Охуенно шипы. Зайдем от раз. Зайдем от раз на шипе. Bones
Хилы на шипах по 10 секунд висят. Трусы в шипу. Танка шопнула. Все, падаем. Ну что я вам могу сказать? Падаем, в лужу заходим. Сейчас я посмотрю урон. Details открывайте по шипам, смотрим. Падайте, в лужу заходите. Сейчас пизда вам нахуй. Шипики, босс, выйти с лужи, бить шипы, выйти с лужи, бить шипы, пиздец. IQ 10 надо нахуй. Мне просто интересно, зачем вы сюда пришли, если вы не играете по ним. Сейчас будете играть. Или можете сразу уходить нахуй. Открываем details, линканите мне кто-то. Или скаду, или какую-нибудь залупу, блять, урон в шипы. Я сейчас буду по рекаунту смотреть. Лови койл 65 тысяч, экстензион 43. Ассалин милик накрутил нормально, 250 хотя бы есть, 37 тысяч 3 балл. Вот сколько, 132, шалина 54, лагает, наверное. 669 жуки энх, нормально энх. Так, 144 матерасу, паривит 71, гнестойкий 200, дракон 9 тысяч. Дракон, что у тебя за залупа? Че, в шип в мелизоне никак не тыкнуть, да, даже автоатакой? 7 тысяч. Я 9... только один раз ебанул его, и, блядь, его сразу снесли. Хорошо, допустим, в мелизоне быстро убивают. Груд 160, Казик 319. Халукет, к тебе вопрос. А, ты лежал дохуя, да? 10 тысяч, что это за хуйня? Или 102 тысячи. Короче, я вам что скажу, нахуй. Сначала бьются шипы. То, что шипы чумовая, допустим, был 12 секунд на шипе. Где он, нахуй? Он что, в РДД стоит, что вы туда не свечитесь? Это так милики бьют? Или там милики? Короче, я не знаю, это полная залупа. Будете так играть, блядь. Вот это отношение к трэшу, блядь. Нихуя не пройдете никогда, нахуй. Задумайтесь, блядь. Сначала шипы бьются. В мелизоне стоят хилы. Там шипы должны разлетаться, сука, за 2 секунды, нахуй. Не вот эти 12 секунд. Сука, сейчас не дай бог мне аддон будет писать. Шип разбит 10 секунд. Я не знаю, нахуй. Пойдем отдыхать сразу, нахуй. Лаги, не лаги, я еще раз повторю, ДПС убить босса хватает. У него, сука, не 200 лямов. Его когда открыли, здесь было 200 лямов. И 2 ФПС, 2 кадра, блядь, секунду. Можете открыть видео, посмотреть. Вот рыба. Так что, блядь, еще раз повторю, тактика на босса. Кто забыл, блядь. Сначала шипы, потом выйти с лужи, это все одновременно. Сначала выйти с лужи, потом шипы, блядь. Выйти с лужи, потому что вы, сука, сдохнете. Один тик вы не сдохнете, это пол хп снесет, вас захилят. Два тика, вас, ну, вы можете выжить, если у вас хп дохуя. Но третий тик вас убивает. Не ебланьте, блядь. Лужа появляется, выходите. Если, вот метка звезда кружок, если два человека, на них могут кинуться шипы одновременно, блядь. И у вас из-под жопы босса пойдет лужа прямо через весь рейд. И поэтому надо выйти с нее сначала, блядь. И потом уже играть в шипы. И только потом, блядь, бить босса. Блядь, надеюсь, понятно. Все очень элементарно и просто. Только поактивнее играйте. Вот это говно не устраивайте больше. Это параша какая-то. Проверкой будем, блядь. Ты что тут? 5, 4, 3, 2, 1. Bone Storm Cast. Так. Bone Spike Cast. Значит, Марук, готовься. Давай, Шиве.
А я в 2-2. Лексион ШВ? Там. Никогда, никогда 2-2 не ходи. Только 4-4. Что тебе говорил, у меня куски неправильно. Аматерасу сзади шип. Падаем. Так, что там по ДПСу? Грудь что-то мало. Ой, откинь по броски пойти. ПМ отписал. Подожди. Значит, Димикс. Костерез. Зашел под ебло. Я вахну. Димикс, ты слепой? Нарту. Холодное пламя. Что у тебя за проблема? Тоже пиздец, лужу не видно или что? Ну, хули приста там не пишет. Детали смерти. Да, подлагнула хули в натуре. Дамаг по шипам. Привет, чё? Шипы не дамажатся или чё? 19 тысяч, это чё, блядь? Хуй знает, блядь. Ну, свичить надо как-то, блядь, не знаю. Груд 12 тысяч. У тебя на сурке сколько груд? 17 есть вообще? Добрый охоты. Димикс, ты тут? Здесь. Что у тебя подлагнуло? Ты подъебал и вылетел? Как нахуй ты вообще это сообразил? Я не говорил, подлагнуло. Это не он говорил. Не, ну Финарти. Не подлагнуло, а что у тебя случилось? Подъебало, зачем ты вышел? Что у тебя, блядь? Ближняя к центру модельки босса, этот человек получает костерез. Три цели, ближний к его центру. Ты зашел в серединку босса, нахуя? Стой в спине, блядь. Вихрь прохиливать двум друидам, вы сдохли с пола. Ребро траем, блядь. Скуга, казик. Да я чё. 5, 4, 3, 2, 1. У тебя сейчас нету до сих пор кусков? 4 есть. Да? Короче, на первом вихре, смотри, там если рейд просадят, типа там, или ребро восстановится в рейде, типа сразу человек, да? В экстренной ситуации. Не просто после начала вихря, а в экстренной ситуации. Спамим. Так, вихрь смотрит внимательно. На вихре про босса забывайте, блядь. Босс побьется, когда он будет стоять. Шипы в первую очередь. Выйти служи, шипы, выйти служи, шипы. Босса никто не бьет. Вот шипы бейте. Надо хуйню занимать. Вот шипы, молодцы. Еще два рывка сделаю. Или один. Все, сейчас центр пойдет. Шипы. Ждем спокойно его. Сюда идет. Поворачиваемся. Встаем.
Служи, выйдите, служи, выйдите, служи, выйдите. Сука, выйдите, блядь. Служи. Ёбаный рот, блядь. Крик на хп отдал, ШВ, давай, и крик на хп тоже отдавай. Димикс резай, Никсион быстренько. Кирезай, через 2 секунды массакру. Каску лапу приставав по Лексиону, возвращайся под ебало. Каску лапу приставав по Лексиону, быстренько обновляем. Частицу на Лексиона и хилим. Меня похилите без частицы. И покруче хильте. Кирезай туда умер. Шипу звезды. Это. Те, кто на шипах, нахуй. Вы еще в Долоран, блядь, станьте с ними, нахуй. Че, нельзя ближе к боссу подойти? Это метки не для того, чтобы вы с ними в шипах стояли. Позже объясню, блядь, как убьем или как не убьем. Объясню смысл. Стойте, чтобы людям, РДДшникам, вы сами представьте, как им бить, нахуй. Вы, во-первых, на 50 метров от них, блядь. Во-вторых, им камеру ровно назад надо поворачивать. Туда ФПС у людей. Думайте хоть немного. С лужи выйдите, блядь, прям в луже стоите. РДД бейте шипы. Пиздец. Или как вернется босс сюда, резни шлока. Босс подходит, демон, выйди отсюда. Рейси, вставай, каску лапу пристыбал. Верим. Спамим, спамим хил. Я под дубовую проседаю. Bone Spike Cast. Так, вихрем готовимся. Бами на свое усмотрение будешь давать массакру. Надеюсь, она у тебя с конца лауры. Шипы, шипа саву снимите. Так, возвращается босс, жду в центре его. Спокойненько заходим за спину. Трассу сзади. Хилим, хилим. Спамим прям свет небес. Мана у вас фуловая, спамьте. Блять, быстренько так же ШВ жмишь, Мару, быстрее, 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 и крик на ХП, нахуй. Каску лап пристабав по Лексиону. Возвращайся, бала. Пиздец. Крикни на ХП, там, на ВИЧ. У звезды, сова на шипе. У меня всегда есть крик. Да я имел в виду ни шага назад, когда мы вдвоем остались. Это ж я сразу прошу. Ну либо на смотри, то сейф какой-то дайте парень, или зайт, или кто-нибудь. Там ШВЛ второго вара должен быть. Че там лям добивать? Справились с третьего трая. Так-то ничего особенного, просто что-то вар, конечно, проседает жестко. Я надеюсь, мы на next босса Геру дадим. Я не знаю, почему жуки Геру не может дать, блядь. Это, наверное, надо, блядь, за ручку вести. Брателла, блядь, Гера с пула на ребре. Запомнил? Братан, жуки. Казик, сколько у тебя осколков осталось? С пула Гера на ребре, с пула Гера на ребре, с пула Гера на ребре. Просыпаешься, рассказываешь. Как дни недели, когда по-английски учили. Санди, Манди, Трюзди, Вензи, Фензи, Фради, Сэтады, блядь. Только почему-то с воскресенья у них начинается. Не знаю почему.
щит на хила или на элема. Кому надо. Что, нам патин замены есть? Да, сейчас подожди, я утро сдаю. Ты как бы в 10, ты уже на замене. А сейчас надо будет менять слабых ДД на леди. Сейчас пойдешь. А, и у тебя ДК-танк ты, есть? Ты можешь его поменять на ДК-танка, блядь. Ну, он 255-й там плюс-минус. Не, ну, держишь. Делай. Он держит, заебись. Единственное, что его хилить надо. Делать, с него делать, такую сорвешь. Делать-то не в этом левеле. Вот, надо, чтобы он, блядь, понимал, что делать. Вот тогда я смогу на этом остаться. Хукмастер, вот надо сейчас... Это, ладно, сейчас... Аддон не установлен. У Лучезары, Шалины, и у Груда меня, и Бами. Да, не включил. ПГП вот мастер. Щит, значит, Жуки на офспек. Мне надо. Кому надо? Бами. Ну, я не включил одну. Так, 25. Мейнспек. Тапки, значит. Как там? Крит РП. Бейте мобов, только надеюсь, вы там не стоите, блять. Флоу и рейдс по 3 хп, блять, флоу. Бейте мобов. Дролим надо кому? Тапки. Так. Там дохуя офнуты у кого? Кроме года никому в рейде тапки не надо? Ну, я б на успех взял бы просто чисто, если никому не надо. Я на мейн уже закинул. Этот самый кольцо. Хоста МП5. На мейн кому-то надо? Сразу же надо, смотрите. Ну, Бами опять же, если это. Так, Лучезара на мейн, да? А, ну вот. Так, хорошо. Закидаем. Все, скоро дам это самое. Так, теперь кого менять? Давай лицо в пол на этого, на ДКшника, на леди чистый. Дальше там пойдешь как хочешь. Мне чтобы надо, чтобы два танка было толковых. Теперь, кого менять? Ну, у Лексион ДД хороший. Вот, огнестойкого я хочу в танка. Марука свичнуть. Хукмастера и лицом в пол взять. Вот. И еще кого-то менять надо, чтобы не слот был. Ой, блядь. Ну, Нарти, потому что ты хил лишний. Либо, кто лучший из этих хилов? Сразу мне дай, составьте мнение. Димикс или Нарти? Кого с них сейчас взять на леди? Нарти по скиллованию будет. Давай Димикса тогда свичнем. А там дальше уже посмотрим по надобности шмота. Если ему прям шмот какой-то надо. Если что-то он там по приору заберет. Вот Нарти, так, Димикса да на леди отдохнешь. Ответственный босс. Хотя это друид, блять. Мы все равно оставимся. Димикс Нарти перехилил на ребре. Ну так-то. Плюс он. В принципе, я бы оставил, но просто что это шестой хил, блядь. Неприятно. Я бы оставил для контроля его. Давай я выйду, а ты меня пригласишь после. Ну пусть ролл кинут. Че у них? Леди тогда. Кто Марук? Я говорю, пусть ролл кинут Друлик, если там. Нет, кто-то. Дело не в роли. Я говорю, нужен контроль дополнительный, чтобы был у нас подстраховка. Тогда можно Груда свичнуть. Груд все равно это и меньше всех дает. У Миралиса есть на подмене, что пришел. Я хочу Димикса взять, чтобы был контроль. Да, чтобы и это было. Миралис, это хорошо. Ну слушай, а без хэпала никак? На леди. Не, хэпалы нормальные ребята. Это, во-первых, сальва, блядь. Сакра вот это заебись тема. Потом чё? Ну, жуки. Очень тяжко ему на леди и бегать будет, и все вот это. Может, жуки свичнуть? Жуки, ты как думаешь, на Миралису? Элем-то поприятнее здесь будет. Ну хули тут думать, блять, я думаю, это будет лучше. У него спек есть. Вот так получше будет. Хукмастер с синим знают, как танчить. Лексион в ДД, огнестойкий в танка. Будешь, ты знаешь, как танчить. Ты танчил, да, помнишь? Все. Да, да, да. И мы с вами ебанем, блять, нормально сейчас. Ну, это потом уже посмотрим, кто дальше пойдет. Смотрите по шмоту, что с боссов падает. Дальше уже полегче будет. Тут леди это очень жесткий босс. Здесь надо прям нормально всем все делать. Так что вот так вот. Дальше там на лука зайдешь. По-другому, потому что мы в портоваров не убьем. Плюс не таунти, в этом вся проблема.
Если в Т5, конечно, то тогда проблем бы не было, но до Т5 надо еще очень-очень много поиграть. Месяца 2-3, наверное. Чтобы было нормальное агро у них. 4 куска, блядь, еще надо выбивать начать. Ставлю рыбу, сумоним, ставим людей. Ну а 2 куска ты планируешь вообще протоваром давать? Ну если у них там увеличивается от этого агро, то можно. Да. Вот, надо будет посмотреть. Вообще здравая тема. Не 2 куска дают агро, а 4 дают сейф. Мы, короче, просто есть шанс, он не есть. Лаки. Посмотрим. Сейчас пока не загадывайте, надо вот приходить, убивать, и там уже посмотрим. Слава, там Миралиса в рейде спрашивает, куда писать ночному рейду, с какого босса он находится на замене. Там, короче... Там, а короче... толку, что и в 4 куска дается агро, и в 2 куска дается агро, причем тут толк? Это кто спрашивает? Ну, он Казик спрашивает. Надо бы на соло таргете. Я не знаю, что там отдается, я не читал. Вот если бы, блядь, был у меня вар, то у меня 6-й же персонаж будет. Скоро сделаю, блядь, про товар. Буду его выгонить, блядь, Т4 убивать сначала. Сумоните ДК. Этот 8-й апатий почилите, пока вас кикнуть, или вы посидите, не будете ливать. Просто если вы будете ливать, аддон забагается у хилов. Я сижу. Груз, жуки. Ничего не ливаете пока. Все, это ешьте рыбу. Значит, по контролям. Значит, я все квадраты, Эли все треугольники, Димикс. Димикс, у тебя же сова есть, давай в сову. Там 9000. Точно? Похуй. Поебать. Надо контроль себя, чтобы луна, ты, твоя луна будет, и луну контролишь. Я чё, где танчу? Значит, хукмастер, сейчас скажу. Хукмастер и этот... Подожди, кружок тут. Защита от темной сразу поскидываете. Хукмастер и второй ДКшник синий, этот, в кружке танкуете. Хукмастера, значит, мобы, он где паук лежит и центральный, а твой синий с лестницы и крайний ближний к лестнице. Вот с лестницы ты гриппаешь, знаешь, да, там всю хуйню. Если фанатик, ты ЛПшками его ждешь. Mm-hmm. Если этот пидор, то гриппаешь и сбиваешь кассу, потому что в воздухе начинает кассовать. Ну, соответственно, здесь везде танкует огнестойкий. Кто что бьет, сейчас распределим, блядь. Так. На боссе. Кто у нас там рога, какой мутик? Кто там мутик? Один у нас, остальные комбаты. Кто мутик с вас, напомните? 2 мутика, блядь. Айгот, ты кто? Ну да, Айгот, мутик и я мутик. Короче, сидите оба на боссе. Значит, везде бьют 3 совы, 4 лока, маг и лем. Бьете. 3 шипешника посидите на боссе, но если трэш выходит, уже дот мультидот эти, короче. Вот звезде какая тактика, значит, у нас ханта нету. Звезде зергаем центрального сначала, там приверженец всегда. Потом дотки это самое. Миралиса, смотри, диспель с крайних этих фанатиков, звезде, которые 2 будут, хуйню вот эту, которую хп резают все. Значит, в кружке бьют, перечисляю, Лексион, Казик, Асалин, мутик, да, по-моему. Потом... кто там? И все, и мелики кончились, нахуй. Внутри тела эта хуйня. Вот. Шипешники, короче, отмена. Вы на боссе не сидите, фул играете вот в кружке. Как играете? Там мобы есть. Вот тут в центре всегда выходит один фанатик. И правильно я говорю, блядь? Да, один фанатик. По краям 2 приверженца. С ромби карандом. Либо фанатик, либо приверженец, значит. В первую очередь играете, ну, дотаете приверженцев до того, как они повешают на себя щит. Потом переключаетесь в фанатика, зергаете его. Вот, милики приоритет через приверженцев играете, потому что они физухой, только сбивается их щит. И смотрите, шипешники там всю вот эту хуйню, не киньте чуму, блядь, в отражение в приверженцев, потому что не щит, когда повешали, маги отражают. Вот, обратите внимание. И хорошенько уешим там совы, то есть там дамажим тоже, помогаем. Крутимся. В своей стороне убили, помогаем, потому что РДД рейд. Так, ну поэтому я сказал. И насчет контроля. Нарти, ты страхуешь, если у тебя сова, хоть какая из нас. Ну, в принципе, вот эти 2 пословее будут бить. Если я в контроле, то обязательно контроль. Вот, и эти тоже контроли, совы. Потому что если запад дадут, там, блядь,
понахуярят гневом, шотнут кого-нибудь. То есть контролишь, если какая-то из софт, это минус контроль будет. И все остальные игроки в рейде, никто не отменяет контроль. Когда люди берутся в контроль, вы, во-первых, разбегаетесь, вы все это знаете. Протопа... Это ретрика у нас нету. Вары, фиры юзаем, станы, блять, рывки, все вот это вот, прерывание кастов, локи, фиры все юзают, присты все фиры юзают, маг юзает, избив кастов, и миралиса, и жабу избив, всю хуйню юзаете, чтоб, сука, было заебись. Вот. И самое простое, вот, первая фаза это хуйня, и на третьей фазе, на второй, блять, что мы делаем? Вот выходит, босс перевелся, выходит трэш. Вот. Этот самый... Асалин будешь фул бегать с этим, напуливать на этого, на огнестойкого. Каждый трэш, чтобы ему проще было. Вот и аккуратненько играй, только под клиф там не встань. Сначала, когда босс начинает шевелиться, там на пул идет первый на хукмастера. И смотрите, чтобы на пул на вас висел дороги, то леди шотнет автоатакой. Вот, потом сразу после этого на пула 30 секунд проходит, на второго ДК пулите. И сначала весь рейд, как только босс начинает двигаться, мы убиваем 3 моба, и только потом уже свищаемся в леди. Вот. Ну давайте, проверка. Блять. У нас в рейде 4 лока, 4 СС-а, можешь на кого-то накидывать? Да, сейчас накинем этот самый. И самое главное, меня интересует, у всех патч на зеленых духов стоит. Если сейчас будут хлопки духов, когда фаза переведется, будете ну, выключать игру, ставить патч. Имейте в виду, блядь. Значит, экстензион. Если ты готов подождать, я Жанет сейчас обновлю, она с лаунчер запускался, у нее просто сейчас они могут не отображаться. Сейчас тогда... я ДЖ-ник ей запущу. Тогда все сейчас ставим патч. Прям сейчас, блядь. Если у вас патч не стоит, ставим патч. Где он там у нас в DC? В аддонах, по-моему, да? Где-то скидывал, блядь. Аддоны? Нет, там что-то нету. Я во флудилке нашел, там недалеко. А, там закрепленный, да? Сейчас я еще в аддоны дополню, еще раз скину, блядь. Посмотрю сам, есть у меня нет. Так. Загрузки, патч духов. Вот. Аддоны? Куда-то могу кидать на всякий случай. Дата, ру. Я во флудилку кинул, если что. Вот я еще дополнительно в аддоны кинул. Вот. Дата, ру, по этой хуйне проходим.